Добрый день, уважаемые камешковцы и гости нашего города. Сегодня наш стадион принимает большой футбольный праздник. Финальный матч Кубка Владимирской области по футболу сезона 2018 года. Прошу зрителей поприветствовать финалистов играющих команд. Футбольный клуб «ГНИИЧ», город Владимир, действующий обладатель Кубка области. И футбольный клуб «ЗИК», город Ковров, рекордсмен и 13-кратный победитель Кубка области. Напомню, что данный турнир проходит уже начиная с 1955 года. И сегодня мы продолжим писать историю этого замечательного кубка. В какой город отправится данный трофей, узнаем совсем скоро. Приветственное слово и право открыть финальный матч предоставляется начальнику отдела спорта Камешковского района Константину Викторовичу Тарасову. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, уважаемые любители спорта. В 2006 году наша команда уже принимала участие в финале похожего турнира. И сейчас ведутся усиленные работы по восстановлению нашего стадиона. Будем надеяться, что в ближайшие годы мы примем участие в нашей команде в финале этого турнира. Предлагаю считать финальный матч открытым. Давай!
стой там, стой там! Стой, там тебя грязно! Давай!
Давай, давай, давай!
готов, скажу. Да, молодец. Назад, стой, назад. Сейчас, вперед. Хорош, Олег! А вы, блядь! Забил Александр Дворников, номер 15. Сережа! Стреляйте!
Давай, хватит жопу.
Думаю, что сегодняшний финал стал украшением этого турнира. Мы не зря привезли этот финал этого турнира в город Камешково. Это город с давними славными традициями. И сегодня здесь идет реконструкция стадиона. И этот финал стал, я думаю, что и подспорьем на будущее. На будущее, когда пройдет реконструкция, и мы с вами сюда вернемся уже на обновленный, реконструированный стадион. В это время оно не за горами. Ну а сегодня я хотел бы вас поблагодарить за яркий, искрометный футбол. Футбол, который понравился многочисленным зрителям. Понравился футбол вам? Я думаю, что показательно. Давайте поаплодируем зрителям, поблагодарим за участие, и вы большие молодцы. Сегодня со мной в награждении принимают участие Юрий Васильевич Пьянов, тренер, который многие годы работал в командах мастеров Владимира Иванова, других команд, сам играл великолепно. Валерий Васильевич Лошкарев, человек заслуженный, авторитетный, и многие другие. За участие в финале памятным кубком награждается команда «ВНИ ИЗЖ». Капитан команды и игроки по одному, ребят, подходим сюда. Одержала команда футбольного клуба «ЗИП» город Ковров. Вы действительно команда кубковая. Поздравляю вас. Капитан команды. Определили лучших игроков, и тренеры будут награждены. Лучшим игроком в команде «ВНИ ИЗЖ» признан Тушаков Александр. Проказит признан Алексей Стебецов.
Также мы отметим за финала Кубка Владимирской области человека заслуженного, о котором я сказал много добрых слов. Это Юрий Васильевич Янов. Давайте его поблагодарим за подготовку. Самый торжественный момент – это переходящий кубок, капитан команды ПК «ЗИП». За проведение, хозяев, игроков, зрителей. Всем спасибо, до новых встреч!